Ну, то, что я сюда приехал, я увидел в этом также и руку Божью, я верующий человек. Моя вера очень сильно поднялась после одного интересного случая. Как-то в Грузии я работал на тяжелой работе, на стройке, таскал мешки и, видать, сорвал позвоночник. У меня определили межпозвоночную грыжу, выход диска был очень большой, почти 7 миллиметров. Моя бабушка и мать верующие, я помолился, думал, как в фильмах, встану на следующее утро, аллилуйя, там все нормально будет, но такого не произошло. Я начал молиться, переживать, и когда мне пришлось менять документы, мне надо было делать фотографию, и мне уже сказали, что поднимите одно плечо выше, я понял, что это уже визуально не скроешь. Очень сильное было искривление. На самом деле Бог услышал мою молитву. Как-то случилось, что в церкви наша сестра попросила, чтобы я ей помог переехать с одного места в другое. И я, когда ей помогал, она сказала: «Сергей, ты кривой, но я тебе помогу». Она оказалась очень хорошим специалистом по массажу. Я не знаю, как этот массаж называется, или это просто у нее был дар от Бога, но она выпрямила мне спину, и когда я ходил на другие массажи в обыкновенную клинику, они говорят: просто покажи нам живого человека, кто это так мог без операции сделать. После того, как выпрямился мой позвоночник, другой мой друг научил, как его закачать мышцами. Проходит время, я уже смотрю в зеркало, у меня уже один на одном уровне плечи. И тогда я понял, что Бог услышал мои молитвы и послал в моей жизни вот этих двух людей. И просто я вижу, что Бог и в наше время может творить чудеса, если мы по-настоящему верим.